самую вкусную пищу, что ел я на свете. Бабушка в детстве готовила мне рецептуру. Просто вогнать будет стих, так хотя бы и этот. Ну а с фактурой сложнее, опишем фактуру. Блюдце берется щербатое с выцветшей хромкой. Мелко соленые огурчики, лук нарезала. Все это маслом подсолнечным, хлебушек тонко. Соли по вкусу и внуков к столу подзывала. Сядет и смотрит, четыре войны промелькнули. Список царей отмечала в газетной подшивке. Внуки поели и мечутся в мире как пули. Бабушка, ты еще здесь, на моем стихоснимке?